Добрый день еще раз, мои дорогие друзья. Я тут между делом, как говорят немцы, zwischen durch, решил по, я не знаю, это не обед и не ужин, ну что-то в середине сделать. И вот я смотрю, на то, что лежит передо мной. Это крекеры, салака в русском магазине взятая. Там шпроты как бы не очень. А вот салака хорошая. И подумалось мне, если взять просто крекер, масло с этим крючочком наделать какие-нибудь завитушки, положить туда зелененькую какую-нибудь травку, положить нормальный какой-нибудь фон такой интересный, то может получиться и неплохой снимок для стока, фуд стока. Поэтому, ребята, я сейчас даю, и мы с вами этим займемся, хорошо? Так, давайте посмотрим, что получилось у нас. Я сделал около, думаю, 35 фотографий, кадров.
Из них вот отобрал это количество, которое мне показалось более-менее таким фотогеничным, интересным. И я зарегистрировался еще на фуде, StockFood.de, и попробую тоже там вот такие фотографии, те, которые я раньше делал. Как вы видите, что в принципе фуд-фотографию можно делать из всего. Фоном нам послужила вот такая занавеска из Икеи. Мне она нравится. Главное действующее лицо – это крекер. И вот таких мы наделали рулеточек, роладочек и базилик, который у меня растет в огороде. Поэтому не огорчайтесь, если у вас нет каких-то экзотических фруктов и ракушек, или, я не знаю, кальмаров больших, омаров. Вот с этого можно начинать и действовать. Хорошо? Ну, а я с вами прощаюсь, мне надо еще доесть. И пока.